курсанты обратили внимание на открытый гараж, не заходя внутрь, заглянули, обнаружили транспортное средство с разбитым стеклом. На кадрах видеоотчет о проведении акции по поиску похищенного транспорта. Ее цель – привлечь петербуржцев к розыску пропавших автомобилей. Горожан призывают проявить бдительность и сообщить о подозрениях в полицию. Появляется реальный способ поиска транспортных средств, потому что у нас есть соответствующее приложение, в котором вся информация фиксируется, подсказывается, как их искать. И главное, что сегодня в условиях современной действительности у нас, ну, действительно есть небольшие кадровые проблемы в наших органах внутренних дел. А таким способом главное управление получает тысячи благодарных, ответственных глаз. Проект принес автору Дмитрию Житкову победу в конкурсе Общественной палаты «Мой город, мои возможности». В нем участвовало около 2500 работ. Все они направлены на улучшение жизни города. Помимо Дмитрия наградили еще 49 человек. Мы не стали делить эти проекты на определенные номинации, потому что для нас очень важно, чтобы в вашем проекте было участие в жизни города, в жизни горожан, то есть в вашей будущей жизни. Дмитрий, как и остальные победители конкурса, вскоре получит помощь от некоммерческих организаций Петербурга. Специалисты НКО поддержат авторов проектов в дальнейшем развитии. Алла Белякова, Алексей Секретарев, интернет-телевидение «Город плюс».